Добрый вечер. Первый канал «Арс» и SPI Group представляют второй международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2003». Мы с вами по-прежнему на гостеприимной латышской земле в городе Юрмала, где уже пятый день творится что-то просто невообразимое. И все эти пять дней вместе с вами блистательные ведущие Андрей Малахов и Лера! Лариса Вербицкая и Валдис Пельш! В белом! По законам драматургии, если вчера была кульминация, то сегодня должна наступить развязка. И действительно, в последний день нас ждет самое волнующее, самое интересное и самое вкусное. Именно сегодня раскроется главная интрига. Мы, наконец, узнаем победителей конкурса «Новая волна». Программа заключительного дня чрезвычайно насыщена. Такого количества звезд одновременно вы не увидите даже в планетарии. И мы с огромным удовольствием провели бы на этой сцене и в такой приятной компании хоть целый вечер, но с еще большим удовольствием мы уступаем ее вашим любимым артистам. Итак, в прямом эфире на Первом канале на сцене концертного зала «Зинтери» премьера песни. Для вас поет Валерий Леонтьев. Под летним дождем, такой голубой, шар земной настанет для прохожих. Мы с тобой, природы живой, сумасшедший танец. Рядом с нами не устоять, скоро зонты убирали люди. Босиком все шли танцевать, и про дела забывали люди. Все забывали люди. Танцуй и танцуй, под дождем упругих струй. Со мною танцуй, промокнем вместе, е-е. Целуй и целуй, с губ не смоет поцелуй. И водою дождевой волнует сердце, е-е.
сегодня. Спасибо. Провожаем Валерия Леонтьева бурными аплодисментами, дорогие друзья. Мы же за эти 5 дней уже научились реагировать на появление звезд на нашей сцене. Кстати, счастливчики, вас прямо сейчас ожидает еще одна премьера. Это премьера коллектива. Пока у него только рабочее название. «Д'Артаньян и три мушкетера 2». Ну, собственно, если в оригинале. Это был один неопытный юноша, который присоединился к троим уже видавшим виды, то у нас будет все наоборот. Да, троица зажигательных юношей, я бы даже сказал, оторванных парней, кооптирует в свой состав Аксакала. Зачем? А сейчас сами узнаете. Итак, внимание. Леонид Агутин и отпетые мошенники. Д'Артаньян и три мушкетера 2. Встречайте.
ответные мошенники! Вам не кажется странным, что человек все время поет со своей женой, а тут трое парней и как спелись? В армию. Напоминаю, что Леонид Агутин представляет наше уважаемое жюри, поэтому на сцене может вести себя так, как угодно. Оценки-то ставить уже некому. Да тут вообще ведут себя все как угодно. Я хочу сказать, что мне сегодня сказали, одна дама говорит, как хорошо, что фестиваль заканчивается, уезжайте скорее в Москву. Я говорю, почему? Она говорит, пробки как в Москве, вы организовали здесь, вообще по улицам не проехать, не пройти. И таксисты берут теперь 30 лат, чтобы доехать до Риги. Как вам это нравится? 40 лат вчера. 40 лат вчера они их опросили. Вот так. Так что настоящий московский цены здесь в Юрмале организовали мы. Но не только таксисты пользуются безнаказанностью в этом городе. Наш следующий герой, который выйдет на эту сцену, тоже обладает полной степенью свободы. Тем более, что его свобода вообще безгранична, потому что наш следующий выступающий является сопредседателем жюри. Поэтому может выйти на эту сцену хоть с военным оркестром. Но он решил не пользоваться этими привилегиями и выходит один. Встречайте, композитор Игорь Крутой! Ну, в жизни и в семье любого поэта или композитора, когда рождаются дети, все они бросают писать все, что писалось до сих пор, и первым делом начинают сочинять колыбельные. Ну вот, я не буду исключением из правил, и сейчас на ваш суд будет премьера, это колыбельная моей маленькой дочери Сашеньке. Thank you.
сопредседатель жюри Игорь Крутой. Генеральный спонсор конкурса «Новая волна 2003» – акционерное общество «Газпром». Ваши аплодисменты. В прямом эфире на Первом канале торжественная церемония закрытия второго международного конкурса «Новая волна 2003». Собственно, торжественная эта церемония становится именно в эту минуту, потому что сейчас вы узнаете результаты конкурса. Под ваши благодарные, несмолкаемые аплодисменты мы приглашаем на сцену всех участников конкурса «Новая волна 2003». Хотя и без флагов на сцену выходит жюри конкурса «Новая волна». Актер и режиссер Федор Бондарчук. Певец и композитор Илья Лагутенко. Певица Валерия. Композитор Владимир Матевский. Певица Лайма Байгули. Певец и композитор Леонид Агутин. И сопредседатель жюри композитор Игорь Крутой. И композитор Раймонд Паус. Дорогие друзья, сейчас ответственный момент. Наконец-то члены жюри могут пожать руки нашим конкурсантам. Поздравьте их, уважаемые члены жюри. Нам досталась приятная миссия. Мы должны объявить результаты результаты конкурса и имена лауреатов. Итак. Все конкурсанты награждаются дипломами участников конкурса «Новая волна 2003». Вот аплодисменты зрительного зала, естественно. А если некоторые члены жюри захотят поцеловать наиболее понравившихся участников?
Это разрешается. Это могут сделать и ведущие. Ну, ура. А сначала разберемся со специальными призами. Специальными призами награждаются группа 101 «Казахстан». Награждается спецпризом от компании «Арс» съемка в одной из программ «Песня года». Певица Евгения, Украина, награждается специальным призом от компании «Арс». Съемка в одной из программ «Песня года». Она также награждается специальным призом от «Лав Радио» и «Муз-ТВ». Это участие в популярных ток-шоу. Группа «Алло, Узбекистан», вы награждаетесь специальным призом от компании «Арс». Съемка в программе «Песня года». Она также награждается специальным призом от «Лав Радио» и «Муз-ТВ» участием в популярных ток-шоу. Приготовьте тоже щипательные истории, девчонки. Певица Ника Плотникова, Латвия, получает специальный приз от компании «Арс». В честь 30-летия мюзикла Раймонда Паулса «Сестра Кэрри» она исполнит фрагменты из мюзикла в одной из программ «Песня года». А также Ника получает еще один приз от «Лав Радио» и «Муз-ТВ». Она будет принимать участие в различных популярных ток-шоу. Поздравляем! А теперь мы переходим к вручению главных призов нашего конкурса. Слово нашим уважаемым сопредседателям жюри. Приз зрительских симпатий. Рафаэл Израиль. Для вручения приза зрительских симпатий на сцену выходит мэр города Юрмала Юрис Хлевицкис. Добрый вечер, уважаемые дамы, господа. Сегодня, пользуясь случаем, я сначала хочу сказать такие три большие спасибо. Во-первых, спасибо организаторам этого конкурса, что они уже традиционно выбрали наш прекрасный город Юрмалу местом проведения конкурса «Новая волна». А во-вторых, хочу сказать большое спасибо участникам этого конкурса. Они хорошо потрудились. И вместе со своими более опытными коллегами создали нам праздник. В-третьих, я хочу поблагодарить жителей Юрмалы, особенно тех людей, которые своей работой помогали обеспечивать прохождение этого фестиваля. Речь идет о таксистах. И еще хочу сказать, что, как вы все видите, Юрмала была, есть и будет как летний, и может быть не только летний, международный центр культурных, спортивных и других событий. Мы ждем гостей и ждем в гости вас вновь. Спасибо. И в этом году Юрмальская дума решила тоже вручить свой приз одним из участников фестиваля. И этот приз присваивается певице из Литвы Рута. Спасибо большое. А сейчас у нас на повестке дня третья премия конкурса. Итак, третью премию получает певец Вадим Азарх, Россия. Лера, на твоей улице праздник! Приз за третье место на конкурсе «Новая волна» вручает вице-президент компании «Ролсон» Павел Бойко. Вадим, отдайте Павлу приз, потому что он вам должен его вручить. Вот теперь все по-честному. Аплодисменты. Я
Я убежден, что мы вручили приз действительно очень перспективному артисту, и мы через некоторое время снова увидим его, но уже, наверное, на более высоких площадках. Серьезно. Спасибо. На более серьезных. Обладатель третьей премии Вадим Азар также награждается специальными призами. Специальный приз от оргкомитета конкурса – это съемка клипа. И Вадим Азар также награждается специальным призом от компании «Арс» – съемкой в одной из программ «Песня года». Мы переходим к вручению второй премии конкурса. Вторая премия – Нелли Молдова. Приз за второе место на конкурсе «Новая волна» вручает генеральный директор акционерного общества «Ингострах» Вячеслав Щербаков. Давайте пожелаем дальнейших творческих успехов. Прекрасные певицы. Мы с вами. Огромное спасибо конкурсу «Новая волна», своему композитору Ливию Штирбу. И если мне удалось хотя бы на мгновение затронуть вашу душу, то я счастлива. Спасибо. Нелли, вы также получаете специальные призы. Специальный приз от компании «Арс». Это съемка в новогодней программе одного из центральных каналов. И еще одна премия от компании «Арс». Это съемка в одной из программ «Песня года». Поздравляем! Также Нелли награждается специальным призом от компании «Арс» и Муз-ТВ участием в популярном ток-шоу. И теперь время вручения главного приза. Первая премия конкурса «Новая волна 2003». Анастасия Стоцкая, Россия. Для вручения награды победителю конкурса «Новая волна 2003» я приглашаю на сцену директора спецпроектов SPI Group Каролину Девдариани. Добрый вечер, дамы и господа. Группа наших компаний SPI Group имеет честь поздравить Настеньку с победой в этом замечательном конкурсе. Мы очень надеемся, что ее успех передастся и нашей компании. Еще раз победы, Настенька! Спасибо! Победительница второго международного конкурса «Новая волна 2003» получает несколько специальных призов. Специальный приз от компании «Арс». Съемка в одной из программ «Песня года». Специальный приз от Love Radio Муз-ТВ. Участие в популярных ток-шоу. Я хочу сказать спасибо моей мамочке, моему папе и тем людям, которые в эти сложные дни поддерживали меня, потому что мне правда было очень нелегко. Спасибо. А сейчас цветы всем конкурсантам. Ваши аплодисменты. И пока раздаются цветы, мы скажем вам еще одну интересную информацию. Готовится концертный тур финалистов конкурса «Новая волна» по странам и городам участников конкурса. Так что следите за объявлениями. Ваши аплодисменты. Мы вручаем цветы всем конкурсантам. Дорогие друзья, уважаемые дамы и господа, зрители, мы провожаем конкурсантов шквалом аплодисментов и оваций. Но мы сегодня с ними еще увидимся. Также мы провожаем членов жюри, которые 5 дней без продуху и милосердия работали. Аплодисменты конкурсантам и членам жюри. Леон, прощай! Друзья! Внимательнее следите за этим моментом. Они расстаются навсегда. Андрей Малахов, Леон, больше не увидит Леон.
Действительно мало кто может похвастаться, что хотя бы на миг держал в руках хрустальную волну. Видимо, потому что он достался нелегко. Эта хрустальная волна весит 10 килограмм. Я за кулисами пробовала поднять, не тут-то было. Итак, сейчас мы встретим на этой сцене человека, который несет тяжесть победы прошлого года уже 365 дней. Итак, встречайте, обладатель приза зрительских симпатий новой волны 2002 года, певец из Израиля Эдди Батлер. Thank you. Добрый вечер, Юрмала. I love you guys very much. I came not from Israel this time. I came from Chicago to sing to you, but especially to one special person, and his name is Mr. Igor Kutoy. He has a birthday, and this song is dedicated to him. So with all of my heart, from love to Mr. Kutoy. One, two. I want to see you put your hands up. No, 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 yeah. This song is for you. It's your night, so let's do it right. And we're gonna have a good time. Well, it's your celebration in honor of your creation. Happy birthday to you. May your wishes come true. We'll be jamming this party together. Happy birthday to you. This dedication's for you. This night will be yours to remember.
Don't I love you? Спасибо. Thank you. Эдди Батлер. Добрый вечер, дамы и господа. Мне уже довелось один раз побывать на этой сцене, и я сейчас пользуюсь возможностью, стою здесь и не мог не оказаться здесь на гала-концерте. Добрый вечер. Правда, без уже привычного партнера Верки Сердючки. Ну, Лера, с настоящей женщиной, уверяю тебя, мне здесь стоять гораздо комфортабельней. Очень приятно, Федя. Ну что ж, а следующий исполнитель, который выйдет сейчас на эту сцену, уже успел поразить вас тем, что спел на латышском языке. Ну, во-первых, он спел на латышском языке, а во-вторых, он поразил всех вас, да и нас, членов жюри, своими оценками. Да. Я хочу представить вам члена жюри, своего коллегу, на сцене Илья Лагутенко и Муми Тролль. Лаб Вакер. В Латвию всегда так здорово приезжать, но очень грустно расставаться. Влюбляться в моде снова, сразу, скоро. И мне бы не поверить, но эй, балтийские глаза, вот вам приморских серенад, мы остаемся навсегда. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, навсегда. Без обещаний, но мы не прощаемся, просто целуемся и улыбаемся. Серпантина меня обняв растает, такими, как я знаю. Ошибки, ерунда, всегда другим всем до полудня, а нам всего лишь до утра. Без обещаний, но мы не прощаемся, просто целуемся и улыбаемся. Без обещаний, без обещаний, без обещаний, без обещаний. Без обещаний, но мы не прощаемся, просто целуемся и улыбаемся. Растаял в вечернем воздухе Юрмалы. Илья Лагутенко. Обладатель премии «Новая волна 2003» Нелли Молдова.
Северная река. Ой, музыка грохочет с потолка. Эй, вот там наверху от вас опять спасения нет. Не могу его больше слушать. Я этот ваш кардебалет. Эй, вот там наверху не топочите, как слоны. От себя отдохните. Ну дайте, дайте тишины. Можно петь и танцевать, а да тогда завтра пол седьмого мне вставать. Эй, вы там наверху, последний раз я вас прошу. Позвоню, ой, позвоню, все лучше слову скажу. Эй, вы там наверху, и спила чашу я до дна. Из предела моя мука, все знают, в небе я не страшна. Просто лучше всех нас тут. Вот так. Любимица зала. Нелли, вернитесь. Нелли, еще раз появитесь на сцене. Публика не желает вас отпускать. А там еще цветы хотят принести. Ну бегите сюда. Передайте по рукам. Давайте бегите скорее. Эй, вы там. В седьмом ряду. Мужчины. Спортивным бегом! А флаги-то, флаги пошли в ход. Правильно, вы поняли, как себя вести, молодцы. Вы уже в кадре. Привет, мама. Те, кто смотрел все 4 дня нашего конкурса, могли подумать, что между Валдисом и мной существует некое соперничество. Ну, это полный бред, чего нам, собственно говоря, делить, чего нам соперничать. Два отличных парня. Посмотрите на Андрея. Красавец! Красавец! Как одевается? Кстати, он сегодня специально очень долго времени потратил на то, чтобы выбрать себе новый красивый костюм. Даже опоздал на репетицию. Жалко, не получилось. Он мне говорил, что он будет в черном, поэтому мы сегодня оба белые, но галстучек, между прочим, это вот... Что? Кто-то из подтанцовки Маши Распутиной вчера забыл, а... То, насколько конкурсанты сблизились за эти дни,
покажет дуэт, который сейчас выйдет на сцену. Девчонки, плачьте. Вадим Азар. И Лера уже рыдает. И Рафаэль. Неожиданный ход, согласитесь. Встречайте. Can't lie, no more of your darkness. All my pictures seem to fade to black and white. But you misread my meaning when I left you. Oh, come on, close the door, and it left me blind by the light. Oh, don't let the sun go down on me. Gentlemen, Vadim Azar. I can find all the right romantic light, all the right romantic light. Woo. See me once, yeah, and see the way. Discard me, baby, no. Just to think I'm in your heart. Just because you think I'm in your heart. Oh, no. But this cause I have, all the need of love. They need love, they need love. Oh, don't let the sun go down on. Спасибо! Спасибо большое!
Вадим Азар, Санкт-Петербург. И Рафаэль, Израиль. Ну, наконец-то пошел нормальный обратный процесс. Теперь талантливые люди приезжают из Израиля прямо к нам. Кстати, второй год подряд певец из Израиля получает приз зрительских симпатий. Это хорошая традиция нашего фестиваля. Ты знаешь, Валдис, так тяжело расставаться с таким красивым, обаятельным и молодым человеком. Спокойно, Лера, спокойно. Что вы? Я же никуда не ухожу. Очень хорошо. Тогда поддержишь меня, если вдруг мой голос дрогнет, когда я произнесу следующие слова. На сцене... Подожди, я под локоток. На сцене Вадим Азар. Музыка Игоря Крутого, слова Игоря Николаева. В последний раз Вадим Азар. Вчера дождем, а сегодня тает на губах. Мы в последний раз молчим и чего-то ждем, разуверившись давно в словах. Мы в последний раз близки и твоей руки. Я все тоже чувствую тепло, и в озерах твоих глаз, как в последний раз, души прозрачное стекло. Неужели это все прошло? Небо очень высоко, счастье далеко, все, что было просто, оказалось нелегко. Небо очень высоко, счастье далеко, мы попробуем вернуть его сейчас, в последний раз. Стороне вспомнишь обо мне, только вряд ли станешь мне звонить, ведь уже оборвалась. И в последний раз между нами тоненькая нить. Мы в последний раз близки и твоей руки. Я все тоже чувствую тепло, и в озерах твоих глаз, о, вижу я сейчас души прозрачное стекло. Неужели это все прошло? Небо очень высоко, счастье далеко, все, что было просто, оказалось нелегко. Небо очень высоко, счастье далеко, мы попробуем вернуть его сейчас, в последний раз. Спасибо. Вадим Азарт.
последний раз. Ну а следующую исполнительницу мы объявим с Лерой вместе, потому что наши мужчины нас бросили. И сейчас там за кулисами кружатся вокруг певиц, которая собирается выйти на сцену. Изо всех сил стараются ей понравиться. Ларис, ты знаешь, давай объявим сейчас действительно симпатичную, надо сказать, певицу и пойдем вразумим наших парней. Ну и пока решается судьба Валдиса и Андрея, для вас поют... блистательная Алсу. Негаданно, нежданно, с утра напротив входа в метро мы встретились случайно. Одни на перекрестке миров. Я только посмотрела, зеленые как море глаза. Я даже не успела тебе о самом главном сказать. Как тихо падал дождь вчера. Он знал, что ты придешь вчера. А я не поняла вчера, что среди городов и волшебных снов я просто тебя ждала. Никто не догадался, как мы с тобой друг друга нашли. Лишь в небе отражался тот маленький кусочек земли. Открытым зонтом, где все переменилось, где я тебе сказала о том, как тихо падал дождь вчера. Узнал, что ты придешь вчера. А я не поняла. Удачи и мои поздравления. Спасибо. Алсу! Специальное появление. Что может быть приятнее ласковых волн на пляжах Юрмалы? Только волна Love Radio, где каждый найдет для себя то, что он любит. Love Radio! На новой волне 2003 года Швеция оставила неизгладимый след. Ну, во всяком случае, в сердце Андрея Малахова.
Но не только в моем сердце, нужно согласиться. Илья Лагутенко был солидарен в моем пристрастии. Он выставлял высокие оценки певицы Леон. Так вот, в таком случае для Андрея и Ильи Лагутенко сейчас будет настоящий праздник, потому что на сцену выйдут соотечественники Леон. Всемирно известная группа «18s». Встречаем! Yeah.
Неплохо, правда? Опоздали на несколько дней. У нас международный шлягер был в первый день. Но ничего. Приехали лучше поздно, чем никогда. Я тебе хочу сказать, Леон смотрелось бы здесь не хуже. А вот знаешь, Андрюшенька, вот ты здесь стоишь, да. А я в это время за кулисами уже успел взять автограф у Анастасии Стоцкой. Подумаешь, я уже у нее мобильник взял, и она с братом приходит к нам на ток-шоу. Ой-ой-ой, а я взял часики и сумочку с деньгами. Ну, нет, да на память, конечно, на память, только на память. Скажи, пожалуйста, а у нее ничего там больше не осталось? Было. Маленькие блестящие штучки, которые ты так любишь. Да. Неплохо. А еще у нее есть замечательная песня. Называется она «Реки Вены». Итак... Дорогие друзья, на сцене победительница конкурса «Новая волна 2003» Анастасия Стоцкая! Субтитры сделал DimaTorzok.
же пройдет, я к тебе на пути. Скоро встреча нас ждет. «Новая волна 2003». Спасибо. Сцену «Новой волны 2003» не так-то легко покинуть. На нее тянет снова и снова. Исполнители, которые выйдут сейчас на эту сцену, сегодня уже заслужили ваши аплодисменты песней про службу в армии. А как поется в другой песне про службу в армию, для солдата главное, чтобы его далекая любимая ждала. И, судя по всему, любимые наших звезд их дождались. На сцене совместный проект «Отпетые мошенники» и группа «Сливки». Добро пожаловать! Письмо о тебе, о себе. Прочитаешь эти строки, все как будто во сне. Расскажу, где я был, почему не забыл. Твои глаза и губы, помнишь, как я их любил. И нам не скучно было каждый вечер вместе быть. Ходить, искать, гулять, ловить, любить. Я понимаю, словами все не расскажешь. Одним письмом и парой фраз навряд ли все исправишь. А что в ответ? Туман, закат и рассвет. На побережье это есть, а у тебя нет. Давай уедем, ключи соседям. Эй, леди, цветы пусть поливают, дарят их своим детям. Наверняка все это было бы возможно, но в жизни просто не бывает, а бывает сложно. Письмо лети, ее найди, скажи ответ, да, нет. Но мне моя звезда подскажет, как найти тебя, как быть с тобой. Но мне моя звезда шепнет, и дождем растает над землей. Напишу я письмо о тебе, о себе. Прочитаешь эти строки, не ответишь ты мне. Почему? Вот вопрос, может, я не всерьез. А все, что было, это просто дикий ветер унес. Никуда, в города, только жаль навсегда. С людьми такое происходит на земле иногда. Я бежал, я кричал, я хотел, я искал, опоздал. Но мне моя звезда подскажет, как найти тебя, как быть с тобой. Солнцу закрыв глаза, я лечу, как птица, взмах.
Аппараты Ролсен, телевизоры, DVD-плееры, бытовая техника от Ролсен. Это все высокая надежность, идеальный выбор и 3 года настоящей гарантии. Включи Ролсен. Согласитесь со мной, дорогие друзья, что два слова «новая волна» уже прочно вошли в наш русский язык как устоявшееся выражение. Действительно, великий, богатый, загадочен русский язык, потому что только у нас слово с негативным значением может вызывать бурю положительных эмоций. Так, какое слово ты имеешь в виду, а? Я имею страшное слово «авария». Вот следи за реакцией зала. Дискотека «Авария» на новой волне.
Дискотека Авария! Супергерои! Спасибо огромное! Уважаемые зрители, официальные партнеры конкурса «Новая волна 2003» – страховое общество «Ингострах» и компания «Базовый элемент». Аплодисменты! А сейчас мне хотелось бы сделать то, что мне вчера сделать не дали, потому что Филиппа Киркорова объявлял специально обученный человек. Сегодня я его объявлю... величайший... Что-то не то. Король попа... Да. Я не способен. А я должен был объявить. А человек специально обученный. Ну и пожалуйста. Филипп Киркоров! Добрый вечер, Юма! Добрый вечер, новая волна! Волна любви! Эй! Ее подруги влюблены то в женщин, то в мужчин. Ее друзья все любят кайф, то пиво, то кокаин. Ее родители всю жизнь ругаются день и ночь. Она включает радио, чтоб чем-то себе помочь. Сквозь полночь звуки музыки летят по FM-волне. Она танцует в комнате свободно и так легко, что все проблемы, кажется, сейчас очень далеко. Листит полночная луна.
Спасибо, спасибо. Вы знаете, этот замечательный конкурс уже второй год подряд дарит нашей эстраде новые имена. В прошлом году это была группа Smash. В этом году это Анастасия Стоцкая. Это новые премьеры песен. Вчера был тур, где ребята пели свои новые песни. И сегодня мы решили Юрмале, всем поклонникам этого замечательного конкурса, всем организаторам, конечно же, всем вам, которые в зале, и той многомиллионной аудитории, которая смотрит сегодня этот заключительный гала-концерт, подарить новую песню. А спеть бы я хотел сегодня с той самой обладательницей первой премии конкурса «Новая волна». Встречайте, Анастасия Стоцкая и наша новая песня «Влюбленная душа». И солнца край, выше птичьих стай, летит тебе моя душа. Эта тайна не разгадана, и она у нас в крови. Так бутону не расскажет лепесток, а разум сердцу о любви. Не полсвета до тебя идти, для сердца это только шаг. Через годы и моря перелетит влюбленная душа. Там, где солнце край, выше птичьих стай, небе ветра быстрее и ярче огня. Мимо горьких бед пусть летит к тебе моя влюбленная душа. Все, что золото, то холодно, холодно. Я возьму твою ладонь и наполнит сердце светом и теплом моей любви огонь. Там, где солнце край, выше птичьих стай, в небе ветра быстрее и ярче огня. Мимо горьких бед пусть летит к тебе моя влюбленная душа. С ней в разлуке нету боли сильнее, боли сильнее и печальней этих дней. Но у сердца слезы льет всегда, всегда. Ты верь в любви своей,
Вы знаете, уважаемые зрители, пройдет совсем немного времени, и вы будете рассказывать своим знакомым, друзьям, родственникам о том, что вы присутствовали в этом зале при рождении новых звезд, которые сияют на большой сцене. Вот они, посланцы 13 стран. Мы снова приглашаем их на ставшую для них уже родной сцену концертного зала «Дзинтари». Конкурсанты, на сцену! Конкурса. 5 дней именно на них были устремлены взгляды миллионов и миллионов телезрителей. Неожиданные подарки сделали вам участники конкурса «Новая волна 2003» и организаторы для всех, кто сидит сегодня в концертном зале «Дзинтари». Второй международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2003» подошел к концу. Он уже становится историей. Мы еще не знаем имен участников следующего конкурса «Новой волны». 2004 года. Мы еще не знаем состав жюри этого конкурса, но очень надеемся увидеть в нем те же лица. И список ведущих, кстати, нам тоже неизвестен, но мы надеемся увидеть там знакомые имена. Но в одном мы уверены на 100%. Ровно через год над гостеприимной Юрмалой вновь взовьется флаг новой волны. И прощаясь с вами, уважаемые зрители, нам остается только подарить вам заключительную песню нашего конкурса. Снова день нам солнце подарил, играет ветер новою волной. Не грусти, ты же не один, идешь своей проторенной тропой. И снова позовет залив, тепло своих сердец дарить, поймать удачи тоненькую нить. Юрмала, свет далеких звезд нам откроет как во сне. Юрмала, радости и слез, и любви здесь хватит всем. Рампы свет согреет нас теплом, а мы его со сцены дарим вам. Суди, ты строго обо всем, у каждого на свете свой талант. Оплаты, сметы и успех пусть нас объединят навек, ведь проигравших в этом зале нет. Юрмала,
но дороги тернист. Но цветы, улыбки и любовь — твоя награда, если ты артист. И что там будет впереди, не знаю я, не знаешь ты. Лишь только б дольше длился этот миг. Юрмала, свет далеких звезд нам откроет, как во сне. Юрмала, радости и слез, и любви здесь хватит всем. We deep in the streets, it's a warm marathon. You can slip and slide, I got a hit with your name on it. Aim on it, Slash gon' put a claim on it. Thank you.